О, наконец-то мы хоть при... О, хорошо, что мы отправились в путешествие, да? Да. Да, Макс? Да. Ну давай-ка погуляем, давай-ка да. У нас тут кто-то звонит, какой-то человек, он свое имя не назвал. Ну, короче, он говорит, что нужно пройти какую-то маленькую деревушку, обозначение этой деревушки, это вот песчаная вот эта структура. Да, Макс, я верно говорю? Ну ладно, пошли. Вау, а тут неплохо. Классно. Не вставай. Что вы тут делаете? Мы пришли по заказу. А, это вы. Идите за мной. Я так рад, что вы пришли. Этот призрак уже нас так давно достает. Я вообще единственный остался в этой деревне. На время, пока вы будете расследовать это дело и не поймаете призрака, пойдемте за мной, я вам покажу, где вы будете жить. Заходите сюда, отсюда. Хорошо. Макс, идем. Иду. Тут, конечно, очень нехорошо, но думаю, со временем вы обустроитесь здесь. Ну, Мы пойдемте извалили пока вас. что за мной. Я приглашаю вас сегодня и экскурсию по своей деревне покажу. Хорошо, вы. Ой, вы дверь. Проходите. Вы, блин. Сейчас пройдем, у нас тут дверь. Собой. Так. Вот Тыкается. это. Макс, давай, заходи, выходи. Вот это. Нам нужно Вот жить это на что-то. туалет. Тут вы можете подтереть свою пипку. Фи, какая гадость. Ну что, я тут единственный моего говна. Но ничего страшного. Идите за мной. Идите за мной. Идем. Идем. А вот тут, здесь когда-то, но он и этот призрак, походу, сжег дом. Устанавливаю, видите? Когда он будет установлен, вы можете жить тут. Неплохо. Идемте за мной на чаек, я вам все расскажу. Расскажу вашу задачу, что вам надо делать. Хорошо, Это Макс, мой дом. спешим. Не обращайте внимания на эти каменные штуковины. Это я сделал Ой, извини, чувак. Призрака. Но ничего. Я уже старый. Эй, чужие вещи запрещено. Ай! Чего вы мне кулаком по груди дали? Извините. Мои вещи, пожалуйста. Садитесь за стол. Я вам сейчас дам еды. Все садитесь. Хорошо. Пока давайте так, чаек пока заваривается. Я расскажу, в чем дело. Этот призрак обычно приходит по ночам. Он выглядит как человек без глаз. Человек без глаз. Вот. Он уже достает давно. Не знаю, как я еще живу здесь. Тут хотя бы не скучно. Надеюсь, если хотите, утром можете приходить вот сюда, в мой бассейн, и искупаться тут. Я думаю, вам все понятно. А ваша задача, вы должны завтра ночью пойти в лес и поискать там немного. Если что, я буду этой ночью рубить деревья, как и сейчас. Ну а сейчас пока идите домой и уберитесь там. А я пока что я пойду порублю дерево немного. Так, простите, а где дождем? Ну, та подземная пещера, которая завалена. А, ну, ясно. Пошли, Макс. Пока обустроимся ненадолго в маленькой подземке. Нет. Окей, до свидания. Эх, пластины мне уже ставить надо, чтобы нормально говорить. Это вход какая-то в пещеру. О, что это завалено гравием? О, здесь есть печка. Она обычная. Вау, как что? ваши дела тут?
Нормально, что вам тут помочь? Нет, мы сами. А то здесь тоже когда-то дом сгорел. Но не расстраивайтесь, тут все в порядке. Жить можно. Ну ладно. Ладно, до свидания. Я пойду нарублю дерево и немножко принесу вам. Вам каких? Березовых или дубовых? Какие хотите? Березовых. Березовых, окей. Ну что, Макс? Че, давай устраиваться. Давай пока смотрим, что тут. Тут рабочий стол, ну как в отверстак. Тут печечка. О! Что это? Сундук? Наверное, этот человек прятал. Давай, откопаем его. О, ничего себе, какой это. Ой, что это? На помощь, на помощь. Я рядом с песчаником, башней из песчаника, помогите, я упал. Бежим, Макс, бежим спасать этого человека, а то он нам не заплатит ни гроша. Мне больно, мне нужно обезболивающее. Здесь комары летают. Спасите меня. Кто-нибудь, вы спасли меня, вытащите меня отсюда, я сломал ногу. Давай. Почему я прохожу сквозь тебя? Давай. Иду. Давай. Я слишком шатен. Давай. Ой, я сам дальше, меня просто ушиб. Да ладно. А где твой напарник? Мне кажется, ему надо дать призвание смешной. Он смеется. Ладно, идите дальше, обустраивайтесь, я буду в порядке. Если что, я позову на помощь. Хорошо. Макс, давай вернемся. Вот сюда, который мы сейчас заселились. Макс, побежали, что-то опять в тебе. Этот призрак был. Помогите. А еще призрак. А, тот, который вы имели в виду? Кто-нибудь слышит меня? Кто-нибудь? Мы тебя слышим. Да, я понял. Где вы там? О, я вижу. Здесь призрак был. Я не понимаю, почему я равнодушно продолжаю рубить дерево. Интересно. А что вы звали на помощь? Здесь призрак был. Вот. Вы знаете, где он стоял? Вот видите тот блок песка? Он там, он на нем стоял. Там. Вот видите, он там. Что? Что с ним? У тебя малярия? Вы что, сказали, что там привидение? Да. А, я забыл свою работу, просто я в детстве боюсь привидений. Эй, это моя работа рубить деревья. Ай, всё. Ой, хоть какашки я подкопал. Идите пока домой, я вам принесу дерево. Пошли. Сейчас. Вам даже жалко было. Пошли. Опа, болит. Все болит. Ой, я сейчас вернусь домой. Ты где, Макс? Мой напарник. Так, давай-ка. Что надо? Он вообще меня не замечает. Мы снимаем. Мы тут снимаем серию. О, давай-ка, тут смотри, тут часть дивана. Давай-ка сделаем березовый диван.
Что? Давай диванчик сделаем. Делай. Ладно. Роскошный диванчик. О! Роскошь. Ну что, продолжаем. Давай исследовать. Это, давай-ка исследуем деревню. О, привет. Когда я стал старым, я стал молодым. Я хочу бегать. Или безумным. Знаете что, я хочу домой. Я уйду на время домой. Давай-ка исследуем пока что, Макс, эту деревню. Мы идем не заходить, а? Ну ладно, ладно, не зайдем. Ой, ночь, давай поспим. Иди сюда. Что это такое? Давай-ка спать на камнях. Давай спать на камнях. Помогите! Помоги! Макс, давай. Поднял?